МЧС предупреждает, на водоемах области продолжает устанавливаться ледяной покров. Основная группа риска в этот период – дети и рыбаки. Специалисты центра ГИМС МЧС России по Ульяновской области обращаются к ульяновцам. Выходя на тонкий лед, вы подвергаете свою жизнь смертельной опасности. Любителей подледного лова предупреждают – не торопитесь, помните, что для этого занятия безопасным является лед толщиной не менее 10 сантиметров при условии, что морозная погода сохраняется как минимум в течение недели круглосуточно. Напоминаем, телефоны службы спасения 101 с мобильного, 01 со стационарного телефона.